Швейцарии сегодня стартует чемпионат Европы по фехтованию. Наиболее представительным белорусский состав выглядит в мужском турнире саблистов. Среди мастеров сабли заявлен Александр Буйкевич, лидер национальной команды. Также белорусы выступят с рапирой и шпагой. Сабли в личном женском турнире будут бороться Дарья Андреева, Анна Иванищенко, Полина Каспирович. Отметим, чемпионат Европы станет одним из этапов отбора спортсменов на летние Олимпийские игры в Рио. Завершится континентальный турнир 11 июня.